Так, надо залутать аккуратненько. Вот. О, дробовик. Опа, опа, опа. Блин, как громко. Убил, убил, минус. Позицию. Опа. Опа, опа. Ой, блядь. Понятно. Здорово, народ! Как вы могли сегодня понять, мы играем PUBG Minecraft, и исходя из названия, сегодня с нами 5 человек играет, ну, со мной вместе, да, я 5-й человек, и выживет последний. Ну, это можно понять, потому что многие играли в PUBG и на телефоне, и на ПК, мало кто на самом деле, у кого идет эта игра, на кудахтере. Оба! Я уже кого-то вижу. Это Never. Опа, я его убил, отлично. Первый мой килл, я уже кого-то убил, отлично. Это довольно-таки хорошее начало, и уже минус один килл я дал. Так, заряжаем. Что-то немножечко у меня подлагивает, соберу-ка я. Опа, нет, чтобы мне выкинуть. Опа, так, выкину, что, оп. Это что? Это Томпсон? Нет, выкину я МАК-10, пожалуй. Можно носить с собой только два оружия основных. Вот. И оставлю я, пожалуй, себе Томпсон, потому что, ну, у него он мощнее. А, раундов, я не знаю, будет 2, наверное, потому что мы успеем переубивать тут друг друга. Опа, это я возьму. На Томпсон можно повесить? Нет, нельзя. На вал? Нельзя. Ладно, так, что-то немножко нервишки, знаете, шалят у меня. Так, это как... Это 45-й? Опа. Оглушитель-то я могу повесить? Окей, я повесил глушак на Томпсон, и надо аккуратненько сейчас проходить поближе к домику. Это Майнкрафт у нас с модами, мод Modern Warfare. Так, надо залутать аккуратненько вот это. О, дробовик. Дробовик, я думаю, поменяю на вал. Или нет? Или нет? Так, надо тут все положить по красоте. О, что-то немножко... Хотя нет, дробовик я пока не буду брать. Надо сейчас аккуратненько походить. Посмотреть, что у нас тут вообще есть. Зайду-ка я в подвал. Что у нас тут есть? А, так, уже минус один. У нас осталось теперь 4 человека вместе со мной. Так, тут кто-то уже залутал. А, оружие спавнится вот в таких вот ящиках. А, так, аккуратно заходим. Так, и, собственно, это аналог голодных игр. Еще один прицел. Я могу его, кстати, сюда повесить? Нет, не могу. Фу, блин, что-то напряженько немножко. Крысить не буду, думаю. Пойду аккуратненько. Вот сюда зайду. Опа! Не, нахрен. Тут Вика. А у нее дробовик. Кто сидел на стримах по PUBG, знает, что Вика хорошо с дробовиков стреляет, поэтому... Меня убили. Ох, ничего себе. Отлично. Вика не такая уж и плохая. Давайте посмотрим за ее игрой. Думаю, будет несколько у нас раундов. Так, я пока что перемещусь к какому-нибудь игроку. Так, Викос. Ага, посмотрим за ее игрой. И посмотрим пока что за игрой еще остальных челов. О, детектив Моррис тут засел где-то с дробовиком. Лутает. А в ящике у нас что? Что в ящике? Ага, каменная мотыга. А я могу что-то? А, вытаскивать не могу. В принципе, я могу лутать еще всякие вот эти вот сооружения. О, Mozilla уже что-то себе нашел. Это АУК. Одно из самых хороших оружий. Все-таки надо было мне брать дробовик и убить там Вику на месте. Но нет, так нет, хорошо. Не повезло мне сегодня, не получилось. Mozilla уже, кстати, нашел себе он всяких обвесов. АУК нашего. Ну, нормально залутался. Вика у нас ходит, ну, как всегда, крысит. Она уже. Ага, то есть я один фраг сделал. Кто же у нас останется? Как вы думаете, чуваки, напишите в комментарии, кто у нас в первом раунде победит. Поставьте лайк, там комментарий напишите, если вам понравится видос. Продвинемся в топ. Собственно, мне эта мини-игра очень нравится. Посмотрим, кто у нас останется последним. Вот Вик. Моррис ходит опять по крыше. Ё-моё. Это чего за голова летает? Так, тут началась стрельба. Кто-то за кем-то побежал, видимо. Кто? Mozilla Вик? Моррис. Кто-то случайно стрелять начал. Понятно. Вику убили за это время, я не успел на это глянуть.
И остались у нас двое человек. Это Морис и Мазила. Видимо, Мазила убил Вику. Это не показывается, кто кого убивал. Так, ну, посмотрим, посмотрим. Давай, Морис. Давай. Морис сейчас находится в данный момент в доме. Оба, 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 перестрелка начинается. Ну-ка, давайте посмотрим за этим. Мазила не попадает. Морис, чё, кидает гранату. О! Давай-ка, 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 ну-ка. Стрельба, стрельба. Так. Опа! Морис, Морис, молодец. Морис занял топ-1. Стоп, а я что-то не понял. Мазила, какого хрена у тебя столько оружия было? Ну, это мы обговорим, но вот. Вот наш победитель, Морис. Морис, молодец. Как шахид стреляет. Как шахид. Молодец, молодец. Топ-1 занял. Так, чуваки, второй раунд. Побежали сразу же. Сразу куда-нибудь побежали. Хуй знает куда. Во, вот сюда куда-нибудь побегу. О, что это за ящичек? Что тут есть? О, броник. Отлично, быстрей. Надеваем. Тут что у нас лежит? О, кирочка, 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 кирочка. Тут что? О, аук, аук, отлично. Аук. Все, перезаряжаем. А, что? Не подходят патроны? Как? Я что-то не понял. Ох, блин. Вот это больно, это больно. О, это что, Томпсон? Ох, блин. Окей, окей, берем Томпсон. Перезаряжаем, перезаряжаем. Так. Опа, минус Вика. Я отомстил. Окей, так, хорошо, хорошо. Кого-то я уже убил, убил, Вику убил. Так, аук я кладу тогда обратно. В принципе, броник мне тоже не нужен. Убил, убил, минус. Минус, 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 еще один. Так, окей, остался. Осталось еще двое человек. Так, Морриса убили, Вику убили. Остался Невер. Опа. Понятно, понятно, все. Я отбегаю, все, 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 пока. Так, кто-то в доме, наверное, еще остался. А, так, шуметь не надо в доме, потому что я осознал свою ошибку, что я много шумел, и из-за этого я, собственно, и просрал. Еще один сватовский броник. Но нет, мне нужно найти сейчас... Опа, что это за звук был? Мне надо сейчас найти шлем, чтобы не умереть. А, тригенится до конца. Видите, а я... Мирный надо посадить, чтобы... Опа, это что такое? А сколько осталось человек? Кто-то выкинул Мосину. Для привлечения внимания, что ли? Или что это? Я что-то не понимаю. Викос телепортировался. Ома, вот туда пройду. Попробую залутать ящик. Так, кто-то взял, походу, что-то. Так. Ага, прицел. Прицел на Томпсон не ставится. Окей, я вас понял. Так. Что-то, знаете, чуваки, немного сыкат на мне. О, нашел М-ку. Отлично. У меня теперь появился М4. Это очень хорошо. На нее можно поставить аддон. Прицел вот такой. Коллиматорный. И попробую сейчас я пойти поближе к балкончику какому-нибудь. А, Мосина. Это Мосина очень так раздражающе валяется. Класть на место я что-то не горю желанием, потому что меня могут убить в любой момент. Поэтому я аккуратненько попробую сейчас пройти наверх. Надеюсь, тут никого нет. А то опять пошумлю. О, шлем, наконец-то. Видимо, тут никто не лутал, потому что шлем и все это на месте лежит. Что-то, чуваки, немного опасненько. Ой, блин, кто стреляет? Я испугался. Кто-то стрелял, я слышал только выстрел. Тут что лежит? Мотыга. Заберите мотыгу обратно, она мне не нужна. Так, у меня остался Томпсон и... Тихо-тихо-тихо. Сука. Блин, это было стрёмно. Блин-блин-блин. Блин-блинский. Не, обходить, обходить не хочу. У чела дробовик. Мосин. Фу, напряжно очень. Вот тут пока что засяду. Хожу. Мазил Вик был убит. Остался я один на один с Невером. С Невером, с Невером.
Снайвером, снайвером. Чуть немного сык. Знаете, у него дробовик, он может меня убить просто ваншотом. В жопу его. В жопу его. Засяду здесь. Ух, блин. Напряг-то какой, чуваки. Если вам тоже напряжно, напишите, пожалуйста, комментарий, это мне поможет. Или кивните сейчас головой. Да, вот еще кивните, да, еще. Да, да все, хватит, а то раскивайте. О, совсем. Так. Смотрим сейчас. Где у нас? Ага. Так, шагать мне категорически нельзя, поэтому я в окошечко. В окошечко я. Посмотрю, что у нас. О, М-ка. Аддоны. Аддоны на М-ку. Отлично. Я рукоятка. Рукоятка. Так, я пока что заменю магазин, чтобы он фуловый был. Нет. Магазин нужен. Магазин. Так. Не, чуваки, это очень опасно. Это очень опасно, я бы сказал. Очень-очень. В этот раз меня может Never покарать за то, что я его убил в прошлом раунде. Он где-то здесь ходит. Где именно, я понятия не имею. Я могу его, в принципе, обойти снизу. Но не думаю, что это будет хорошей тактикой. Потому что у него дробовик, он может меня убить вблизи. А у меня снайперская. У меня М-ка. Я не знаю, что я могу. Я много чего могу, на самом деле. Кто-то тут ломает что-то. Что-то кто-то тут ломает. А, блин, я что-то слушаю. Да, я понимаю, что вам не в кайф смотреть на то, как я на одном месте топчусь, но... Блин, чуваки, как по-другому? Блин. Он теперь услышал, что я сбежал. Вон он. Видел его на лестнице. Покоцал или нет, этого я знать не могу. Мне граната нужна. Понятно, мне надо бежать как-то. Так, пистолет я брать не буду. Понятно. Нет, это очень невыгодная позиция для меня. Я могу вот так оббежать. Блин, что-то непонятно вообще. Он сейчас крышу занял. А мне что делать? А мне-то что прикажете делать? О, дробовик. Вот это я возьму. Вместо этой хрени я возьму лучше дробовик. Так, что у меня есть? Ага, патрончики. В принципе, я могу на М-ку поставить глушитель, но... Не знаю. По-моему, это хрень собачья. Так. Ложиться здесь, к сожалению, нельзя. Смарт-мувинга не стоит. Потому что если поставить смарт-мувинг, у нас у оружия руки будут кривыми. Поэтому надо... О! Я его убил, отлично. Просто первое место. Первое место. И сладкое тесто мне в студию. Прямо сейчас. Сейчас еще отстреляю весь магазин. Так, чуваки, третий раунд. Сейчас знаем. Побежали! Все. Начинается. Сейчас посмотрим, где у нас что лежит. Так, тут броник, пофиг, забираем. Так, что у нас тут есть? Так, я тут уже был в прошлый раз. Побегу сейчас сразу вниз. Так, вот я знаю, тут лежит М-ка. Одеваем это. Перезаряжаем М-ку. Так, смотрим, что у нас тут есть. Смотрим, что не так лежит. Тут у нас есть еще один ящичек. Сейчас попробуем его залутать. Главное. Ага, прицел, отлично. Коллиматорный прицел на М-ку. Надо смотреть все входы-выходы. Так, пойдем аккуратно наверх. Опа! Детектива Морриса убили. Моррис был убит. Окей. Ничего. Так, уже залутали, видимо. Не, ну нафиг, я на улицу. Я на улицу пошел. Все. Так, надо ходить на приседе, потому что... Услышат же, услышат. Тут у нас что?
оба. Кто-то хомячит. Так. Тут, кажется, спускается. Тихо-тихо-тихо. Кто-то спускается, я слышу шаги. Блин. Напряг, напряг. Что сказать? Мосина. Мосина, да? Блин. Как громко. Как громко, твою мать. Блин. Это очень громко. Меня три раза спалит, наверное, сейчас. Но Мосина, она ваншотит. В этом плюс. Огромный плюс в том, что Мосина ваншотит. В принципе, я могу занять здесь позицию. Опа. Невера убили. Понятно. Понятно. Сейчас выходим. Опа. Надо вот это залутать. Аккуратненько. Над перебежечками такими. Посмотреть, что он... О, пистолет, отлично. Беру третьим оружием глок. Может, он мне поможет. Отлично, все. Окей. Нас... Оба. Вику убили, понятно. Вику убили. Я думаю, этот раунд будет коротким. Тут у нас что? Так, надо аккуратно вот так выйти. Может, попробовать с Мосина убить? Если у меня получится. Пофиг, буду бегать. Буду бегать, мне уже. Угу, понятно. Что тут лежит? Уже ясненько, понятненько. Так, окей, окей. Сейчас просто у меня напряг. Надо... Вот в этом доме где-то сидит Мазила. Надо мне его убить, он мы с ним последний выживший. Наверное, мы скоро сдохнем, не знаю. Кто-нибудь из нас один умрет. Пусто, пусто, пусто. Где-то здесь сверху. О, книжки. Почитаем? Посмотрим, 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 кто где. Не, думаю, надо выйти на улицу. Тут опасно очень заходить, поэтому зайду через улицу. Как-нибудь. Тут надо, наверное, пройти. Получится ли? Залезу опять на то место. Оба, нет. Дробовик лучше. Фу ты, мне показалось, что растение это... Что растение это Мазила. Лучше дробовик перезаряжу. 5 патронов. Это отлично. 5 патронов или нет? Или сколько? Наверное. Так, Мазила, наверное, он где-то будет сейчас прятаться. Вот. Оба. Что взорвалось? Что-то взорвалось там. А вот что, я не знаю. Блин, на самом деле реально напряжно, чуваки. Очень напряжно. О, твою мать. Я видел внизу взрыв какой-то. Или что это было? Надо сейчас проверить, что там было. Так, тут Томпсон лежит. Нет, Томпсон я брать не буду, спасибо. Я знаю, что это за оружие. Очень калечное. Но у меня... Это что? МАГ-10? Не, МАГ-10 я выкидываю, спасибо. Мне такого добра не надо. Добра такого мне не надо. Сейчас оббегу весь дом. Все вот это добро. И... О, я знаю, что возьму. Опа! Тихо-тихо-тихо, вон там был мазер. Ну, что ж, бывает. Переходим в режим наблюдателя. Все, Илюша, молодец. Молодец. Молодец, убил. Убил меня. Сколько у него ХП осталось? Они показывают, сколько ХП показывается. Ну, молодец, молодец. Первое место мы сегодня заняли. Отлично. И, чуваки, вот такие вот делишки, короче. Какие ощущения у вас от игры? Понравилось ли? Ну, мне очень понравилось. Хотели бы меня вы... очень сильно сгорает. Да? Ну, понравилось ли Невер тебе? Слушай, нормально, нормально, нормально. Хотели бы вы еще поучаствовать в такой фигне? Ну, почему-то нет, да. Ну, вообще, это интересно или нет? Не, годно, да? Нет, чувак, годно, но надо что-то, мне кажется, слишком быстро, понимаешь? То есть, допустим, да, поэтому надо карту побольше сделать, там, больше игроков. Короче, посмотрим, чуваки, если вам понравится эта тема, то ставьте лайки там, комментарии, лайки, да, там, напишите, да. Понравилось или нет, снимать ли такое или нет, вот, короче. Да, и, ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, что магу сразу базуку давали бы вначале. И пулемет. Лучший топ-1. Да, и пулемет, да. Блин, я бы на самом деле подсчитал, кто сколько фрагов за все по итогам игры сделал. И... Я где-то 3-4 фрага сделал, занял первое место один раз. О.
Я тоже один раз первый, и сколько-то там фрагов. Короче, чуваки, знаю. Все ссылки на челов в описании. Посмотрите их версии там. У кого там, кому интересно. Вот, подпишитесь на их канал, там лайк им поставьте, все дела. Давайте. Будем продвигать эту тему. Да, вот сразу быстро оформили, короче, и подписали контракт. Да, да. В армию. Все, пока. 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 Контракт в армию. Контракт в армию. Контракт в армию. ВКонтакте бесплатно играть без смс и регистрации.